Ну, Фредди Дива, кстати, 200 тысяч, поэтому. Ой, неплохая вроде у нас с Артемом. Кстати, Дэвид Ван Плю, он сел на место Константина Пучкова. Эта раздача не попала в эфир. Двух тузов. Константина Пучкова в Волыни перекупил как раз от Хавьера Тайо, игрок в шарфе, который сидит сразу за ним. По-моему, туз-король одномастные были у Этайо, и он сумел выиграть. Решил заманить. Блайнд вот 500 тысяч, 23 блайнда у Вамплю. Артем сделал просто лимп с малого блайнда на большой. Ну, если бы он сделал рейс, Вамплю бы все равно защитил свою руку. И посмотрите, какой флоп боевой. И, к сожалению, терн отвратный для Артема. Флэш закрывается Вамплю, но у Артема нет оснований думать, что у него худшая рука. К тому же у Артема, ну, у самого еще, помимо двух королей, есть и флэш-дро. Ну, Вамплю игрок квалифицирован, он не хочет Артема пугать. Ну, абсолютный бланк по риверу. Очень небольшой стек остается у Вамплю. Нет оснований именно флеш класть сопернику у Литвинова. Он должен здесь добирать, поскольку блайнд на блайнд это раздача, как вы поняли. 6800 ставит Артем, у Вамплю за спиной 18 тысяч. Да. If you won't go all in, don't wait, I call. Если ты хочешь all in пойти, не надо ждать, я колирую. You said all in, если ты скажешь all in, я моментально колирую. У тебя короткий стек. Ну и Артем не обманывает. Но Вамплю, вот как профессиональный игрок, все равно думает, как бы не спугнуть. Понятно, что Вамплю здесь не боится, что у Литвинова лучше рука. Please, not slow roll me. Пожалуйста, не надо slow roll, если ты в all-in пойдешь. I promise you, if you, if you said all-in, I... Я обещаю, если ты скажешь all-in, я тебя калирую. Fold or call or all-in? Так что, пожалуйста, fold, call или all-in? Ну, Артем уверен, что у него лучшая рука, но... Thank you. Время, oh, пожалуйста. Окей. Acted so strong, it put me off. Я быстро закалил. Таращишься на меня. Ну, чистый клоун, ну, таращишься. Понятно, что флеша купил. Я же говорю, что я не выкину. Да, уже да. По... Добавить 6, там, 8 тысяч. Сидит, исполняет на меня. Таращит, таращит свои сделки. Таращит. Чистый клоун, я тебе говорю. Чистый клоун. Not trying to waste time. Я не пытался твое время потратить. Я же сказал, что я кол сделаю. Тебе переведут потом, пускай переведут. Такие, как ты исполнял, ты еще когда не родился, он Вова уже в карты играл. А ты нам рассказываешь свои 25 лет. I'm pretty sure none of that was good. Да, я не думаю, что что-то хорошее о тебе сказал, Артем. По-русски не понимаю, но, знаете, почувствовал энергетику такую.